Родители тольяттинца Рустама Сахабова коронавирусом переболели, причем в тяжелой форме, лежали в больнице. Мужчину вирус обошел стороной, но он решил подстраховаться и пройти вакцинацию. Благо, прививочный пункт в буквальном смысле оказался у него на пути в торговом центре. Времени вот не было все записаться, как-то прогуливался. Вот по Руси увидел там вывески, увидел, что здесь производится вакцинация. Решил поставить, думаю, чтобы защитить себя, близких, обезопасить. Все-таки как-то хочется побольше погулять по улице. Жителям региона доступны все три вакцины от коронавируса. Гамковитвак, она же Спутник Ви, Эпивак Корона и Ковивак. По словам медиков, все перечисленные прививки у пациентов не вызывают никаких осложнений и хорошо переносятся. В отдельных случаях возможно повышение температуры, озноб и головная боль, но симптомы проходят быстро. И в основном встречаются у молодых. Что касается лиц старшего возраста, которым особенно важно сделать вакцинацию, поскольку они находятся в группе риска, на их самочувствие она не сказывается. На этот раз в торговом центре Тольятти прививали вакцины «Спутник Ви». Этой вакциной мы работаем с середины декабря 2020 года. И могу с уверенностью сказать, что на текущий момент каких-то серьезных побочных явлений после этой вакцины у нас не выявлено. Переносится очень хорошо. Мы приглашаем на вакцинацию всех жителей и гостей города, тех, кто сознательно относится к сохранению своего здоровья и жизни, а также к сохранению здоровья и жизни своих близких. Чтобы сделать прививку в мобильном пункте вакцинации, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Прививка от коронавируса добровольна и бесплатна. Сделать ее может любой желающий старше 18 лет, если нет медицинских противопоказаний. Перед прививкой врач обязательно проводит осмотр, консультирует. В мобильных пунктах прививают в порядке живой очереди. Что касается поликлиник, то тут требуется предварительная запись. Записаться можно через портал госуслуг по телефону 122 или непосредственно в поликлинике. Напомним, что в выходные на парковках некоторых торговых центров работают мобильные прививочные пункты, и можно сделать прививку, практически не прерывая шопинга. Виктория Шарая, «События».